Всем добрый день. Хочу представить вам новую работу, которую я собираюсь начать. Называется она «Маленький рыбак». Это из журнала, из болгарского журнала «Галерея Броделия». Я думаю, что это просто перенабор какой-то более известной вышивки. Тем не менее, используем то, что есть. Она мне очень нравится. Сюжет очень хороший. Немножечко наивный, красочный, красивый. Значит, что нам предлагает? Помимо того, что сама такая картинка цветная, которая должна у нас в результате получиться, здесь идет небольшое описание. Небольшое описание указывается цвета, какие должны быть, 27 цветов у нас будет. И дается схема. Схема этой вышивки, честно говоря, по такой черно-белой схеме с такими мелкими значками я не работала. Схема большая, на полтора таких больших листа. И здесь указывается у нас легенда или те цвета, те номера нитей, которыми идет работа. Значит, также идет у нас количество моточков, сколько вам потребуется, мне потребуется для выполнения этой работы ниточек. И, значит, каждому обозначению, каждому знаку соответствует свой номер нити. Нити, причем, даются у нас в рядне, рядно и DMC. То, что будет в магазине. И то, что я смогу найти. Значит, из моего опыта Ариадна и ДМС немножко отличаются по тональности и по самому качеству нитей. Причем то Ариадну и ДМС, которые я покупала тут в Болгарии, она также отличается от тех с точно такими же номерами, которые я брала в России. Поэтому, конечно, постараюсь затариться тут в Болгарии. Ну и начать эту очаровательную работу. У меня сейчас исключительно детские темы, потому что моя дочка еще очень-очень маленькая. И этот нежный период, нежный возраст хочется, конечно, запечатлеть. Также в этом журнале мне очень понравилась работа. Вот вышивка, вот такие вот лошадки. Лошади – это вообще моя страсть. Но я думаю, что для меня это будет немножко сложновато. Но, тем не менее, глаза боятся, руки делают. Здесь уже у нас 41 номер, 41 цвет. Высшая сложность, максимальная сложность. Но, тем не менее, то, что предлагается как бы в окончательном варианте, выглядит очень красиво. Буду я шить своим любимым петит-поинтом, полукрестом. И канва у меня вот такая вот. Вот такая довольно мелкая. Она плотная, достаточно плотная, но тем не менее довольно мелкая канва. В три ниточки мулине ложится изумительно. Мне понравилось. Вот, пожалуй, все, чем хочу с вами поделиться. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.